Выходные будут пасмурными, легкий, приятный мороз и умеренный ветер. Кроме того, в субботу, 21 ноября, народ чествует архистратига Божьего Михаила, небесного воина, грозу темных сил. Михайлов день в народе называли михайловскими оттепелями или михайловскими грязями. Согласно приметам, 21 ноября непременно выглядывает солнце и поднимается температура на улице, даже если уже начались зимние заморозки. Температура днем минус 2, ночью до минус 3 градусов. Ближе к вечеру субботы ожидаются осадки в виде снега. В воскресенье начнется с отличного утра для полета на воздушном шаре. Температура утром будет минус 4 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. Погода испортится уже к вечеру воскресенья. Температура опустится до минус 4 и ветер усилится. Слякоть и промозглая серая погода ждут рязанцев в течение всей последующей недели, сменив хрустальные солнечные дни. Следующая неделя начнется с потепления. Ожидается на всю неделю температура днем небольшой плюс, а ночью небольшие заморозки. Вот, а понедельник начнется с сильного ветра 6 метров в секунду и с обильными осадками. Начнутся осадки утром со снега и закончат, скорее всего, дождем. Михайлов день всегда приходится на конец календарной осени. По погоде в это время судили о том, какой будет зима. Так что наблюдайте в выходные. Утренний иней к снежной зиме, а туман к теплой. День ясный, жди в скором времени трескучих морозов. Мокрый снег означает, что весна в следующем году выдастся дождливой. Если на елках мало шишек, а на дубах много желудей, зима будет теплой. Снегопад в этот день к снежной Пасхе.